Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью первой группы будут получать удвоенное пособие по уходу. Парламент в двух чтениях утвердил рост соцвыплаты до 1000 леев. В Союзе чернобыльцев Молдовы решение приветствуют и говорят, что за больными смогут ухаживать в том числе родные, а увеличенная сумма станет неплохой помощью для семей. Накануне 35-летия Чернобыльской аварии парламент утвердил в двух чтениях повышение пособия по уходу за тяжело больными участниками ликвидации катастрофы на АЭС. Для тех граждан, участников Чернобыльской аварии, которые прикованы к постели, речь идет о инвалидах первой группы, измените эту выплату с 500 леев на другую формулу – 80% от минимальной пенсии по республике в текущем году. 80% – это будет порядка 1000 леев, это не будет 500. В Союзе чернобыльцев Молдовы говорят, что с пособием в 500 леев ликвидаторы не могли найти человека, который бы за ними ухаживал. Надеются, что с увеличенным пособием будет легче. За больным может ухаживать и кто-то из его семьи. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 3000 уроженцев Молдовы. 1080 из них уже нет в живых. Многие из ликвидаторов не дожили до 50 лет. Умерли от различных видов рака.